Привет, друзья! В этом видео представлен для вас рецепт изделия вертута с тыквой и хурмой. Для ее приготовления понадобятся 2 стакана цельнозерновой пшеничной муки, столовая ложка растительного масла, пол чайной ложки морской соли, 3 четвертых стакана горячей кипяченой воды, 3 небольшие хурмы и 150 грамм мускатной тыквы. Муку пересыпать в чашу для смешивания. Добавить к ней пол столовой ложки растительного масла и пол чайной ложки морской соли. Все перемешать. Замешивать тесто, периодически добавляя горячую воду в муку. Как только вся мука соберется в один комок, все это зафальцевать и оставить на час. Очищенную от кожуры и семян тыкву натереть на терке для овощей. Натертую тыкву переложить в чашу блендера. Хурму очистить от хвостиков, семечек и мелко нарезать. Нарезанную хурму также отправить к тыкве в чашу блендера. Измельчить содержимое чаши блендера до кашеобразного состояния. Простоявшее 1 час тесто обмять и, вновь зафальцевав, оставить на 20 минут. Стол для раскатывания теста смазать маслом и начать раскатывать тесто. Тесто можно разделить на 2 части. На раскатанное тесто выложить немного начинки, размазать по поверхности и завернуть тесто с начинкой. Завернутое тесто свернуть спиралью. Духовку разогреть до 200 градусов и отправить вертуты запекаться на 25 минут. Готовые вертуты подавать с оставшейся начинкой и любимыми вашими напитками. Порадуйте теперь и вы себя и близких этим веганским угощением. Жмите палец вверх, подписывайтесь, делитесь с друзьями и поддерживайте меня своими комментариями. Будьте здоровы и всем пока!